Добрый день, дорогие слушатели! В эфире аудиопрограмма «В гостях у сказки». Сегодня вы услышите две веселые истории Виктора Драгунского и Виталия Бьянки в исполнении актрисы Севтюза Анастасии Лаган. Приятного прослушивания! Виктор Драгунский – заколдованная буква. Недавно мы гуляли во дворе. Аленка, Мишка и я. Вдруг во двор въехал грузовик, а на нем лежит елка. Мы побежали за машиной, вот она подъехала к домоуправлению, остановилась, и шофер с нашим дворником стали елку выгружать. Они кричали друг на друга: «Легче! Давай заноси! Правее! Левее! Становь ее на попа! Легче, а то весь шпиц обломаешь!» И когда выгрузили, шофер сказал: «Теперь надо эту елку заактировать!» И ушел. А мы остались возле елки. Она лежала большая, мохнатая и так вкусно пахла морозом, что мы стояли как дураки и улыбались. Потом Аленка взялась за одну веточку и сказала: «Смотрите, а на елке сыски висят». «Сыски! Это она неправильно сказала!» Мы с Мишкой так и покатились. Мы смеялись с ним оба одинаково, но потом Мишка стал смеяться громче, чтобы меня пересмеять. Ну, я немножко поднажал, чтобы он не думал, что я сдаюсь. Он держался руками за живот, как будто ему очень больно, и кричал: «Ой, умру от смеха! Сыски!» А я, конечно, поддавал жару: «5 лет, девчонки! А она говорит сыски! Ха-ха-ха!» Потом Мишка упал в обморок и застонал: «Ах, мне плохо! Сыски!» И стал икать: «Сыски! Умру от смеха!» Тогда я схватил горсть снега и стал прикладывать его себе ко лбу, как будто у меня началось уже воспаление мозга, и я сошел с ума. Я орал: «Девчонки, 5 лет! Скоро замуж выдавать, а она сыски!» У Аленки нижняя губа скривилась так, что полезла за ухо. «Я правильно сказала! Это у меня зуб вывалился и свистит! Я хочу сказать сыски, а у меня высвистываются сыски!» Мишка сказал: «Эка невидаль, у нее зуб вывалился. У меня целых 3 вывалилось, да 2 шатаются, а я все равно говорю правильно. Вот, слушай, хыхки! Что, правда здорово? Хыхки! Вот как у меня легко выходит, хыхки! Я даже петь могу! Ох, хыхочка зеленая, боюсь, а выколюся я!» Но Аленка как закричит, одна громче нас двоих: «Неправильно! Ура! Ты говоришь схыхки, а надо сыски!» А Мишка: «Именно что не надо сыски, а надо хыхки!» И оба давай реветь, только и слышно: «Сыски, хыхки, сыски!» Глядя на них, я так хохотал, что даже проголодался. Я шел домой и все время думал, чего они так спорили, раз оба неправы. Ведь это очень простое слово. Я остановился и внятно сказал: «Никакие не сыски, никакие не хыхки, а внятно и ясно – фывки!» Вот и все. Виталий Бьянки, Аришка Трусишка. Колхозницы Федоры дочурку все Аришкой Трусишкой звали. До того трусливая была девчонка, ну просто ни шагу от матери. И в хозяйстве от нее никакой помощи. «Слышь, Аришка, — скажет бывала мать, — возьми ведерочко, натаскай из пруда воды в корыто, постирать надо». Аришка уж губы надула: «Да, в пруду лягушки». «Ну и пусть лягушки, тебе-то что? Они прыгучие, я их боюсь». Натаскает Федора воды сама, белье постирает. «Поди, доченька, на чердаке белье развесь посушиться». «Да, на чердаке паук!» «Ну и пусть паук! Он ползучий, я его боюсь!» Махнет Федора рукой на дочь, сама на чердак полезет.
А ты, Аришка, пока хоть в чулан сходи, молока к рынку принеси. Да, а в чулане мыши. Да хоть бы и так не съедят они тебя. Они хвостатые, я их боюсь. Ну что с такой трусишкой поделаешь? Раз летом убирали колхозники сено на дальнем покосе в большом лесу. Аришка от матери ни на шаг, цепляется за юбку, работать не дает. Федора и придумала. Ты б, девушка, в лес сходила, по малину. Тут в лесу страсть сколько малины, хоть лукошка набери. Аришка первая в колхозе сластена, к ягодам липнет, как муха к сахару. Где маменька? Где тут малинка? Да вон, на опушке, идем покажу. Как увидела Аришка на кустах красные ягоды, так к ним и кинулась. Далеко-то в лес, слышь, не ходи, доченька, наставляла Федора. А напугаешься чего? Меня клич. Я тут рядом буду, никуда не уйду. Славно поработалась в тот день Федоре. Ни разу ее из лесу Аришка не окликнула. Пришло время полничать. Только собралась Федора за дочуркой в лес, глядь, Аришка сама идет. Все щеки у нее в малиновом соку и в руках полная лукошка ягоды. «Умница, доченька!» — обрадовалась Федора. «И где же это ты столько много ягоды набрала?» «А там подальше, за ручьем, в большом малиннике!» «Ишь, расхрабрилась, куда забрела! Говорила ведь я тебе, далеко в лес не заходи, как тебя там звери не съели!» «Какие там звери!» — смеется Аришка. «Один медвежонок всего и был!» Тут уж Федоре пришел черед пугаться. «Как? Медвежонок? Какой такой медвежонок?» «Да, смешной такой, хорошенький, мохнатый весь, носик черненький, а глазки зеленые-зеленые!» «Батюшки святы, и ты не испугалась?» «И не подумала! Я ему: здравствуй, Мишка! А он, бедненький, напугался, да на дерево от меня. Я ему кричу: слазь, Мишенька, слазь, дай только поглажу. А он выше да выше, так и не слез ко мне. Поди сейчас, на том дереве сидит, с перепугу-то. У Федоры так сердце и оборвалось. А в кустах, доченька, никого там не приметила? Был кто-то. Ходил, сучьями потрескивал, да все ворчал толстым голосом. Тоже, верно, малинку собирал. Уж я звала, дяденька, пособи медвежонка поймать, да не вышел он ко мне. «Дитя неразумное!» — всплеснула руками Федора. «Да ведь это не иначе, как сама медведиха кругом ходила, своего медвежонка берегла. Да как только она тебя насмерть не разорвала!» А колхозники, как такое услыхали, сейчас подхватили кто топор, кто вилы, да в лес. В малиннике за ручьем и на самом деле нашли медведицу. Только она им не далась, ушла от них с другим своим медвежонком. А того медвежонка, что на дерево залез, колхозники изловили и Аришке в подарок на ремешке привели. Случилось это все в прошлом году. Теперь медвежонок с большого медведя вырос. А от Аришки ни на шаг, как бывала Аришка от матери. Сама Аришка, та все еще маленькая, только еще в первый класс пошла, и над партой ее чуть видно. Мишку своего нисколько не боится, хоть он вон какое страшилище вырос. Нынче уж Федорину дочурку никто Аришкой-трусишкой не зовет. Все Аришей с Мишей величают. Она старательная такая стала, всем девчонкам в пример. Матери-помощница. И за водой на пруты в погреб, и на чердак ходит. Вот и пойми ее, чего она раньше мышей-то боялась. Дорогие слушатели, благодарим вас, что были с нами. Не забывайте рассказывать о проекте своим друзьям, ставить сердечки и делиться в комментариях впечатлениями. До новых встреч!